Тема урока – творительный падеж. На этом уроке мы вспомним, на какие вопросы отвечают существительные в творительном падеже, с какими предлогами они чаще всего употребляются, какие окончания имеют существительные в творительном падеже, а также выясним, какие значения есть у творительного падежа. В современном русском языке есть 6 падежей – именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. Каждый падеж отвечает на определенные вопросы. Вопросы творительного падежа – творить кем, чем. Например, дорожить кем – друзьями, писать чем – ручкой. Существительное в творительном падеже является второстепенным членом предложения. Вопрос мы задаем от глагола. Но когда этого глагола нет, мы подставляем глагол «творить». Слово «творить» вспомогательное, то есть в трудных ситуациях помогает определить падеж, но не является частью вопроса. Существительные в творительном падеже чаще всего употребляются с предлогами «с», «перед», «над», «за» и другими. А также существительные в творительном падеже имеют следующее окончание. В единственном числе первого склонения – ой – ою, ёй – ёю, ей – ею, мечтой – мечтою, землёй – землёю, яблоней – яблонею. Второго склонения – ом – ём – ем, лесом – ручьём – морем. Третьего склонения – ю – дочерью. Во множественном числе окончание – ами, ями, ми – странами, дверями, людьми. Основное значение творительного падежа – это орудие, при помощи которого что-либо делается, творится. Например, брать рукой, писать пером. Что писано пером, того не вырубишь и топором. Не спеши языком, торопись делом. Широко распространены обстоятельственные значения творительного падежа. Временное – читаю днями и ночами. Ждать часами, сутками напролет. Пространственное – плыть морем, жить за горами, росли над рекой. Образа действия – говорить басом, смотреть тяжелым взглядом, писать каракулями. Помимо перечисленных значений творительного падежа есть и другие – количество, объекта, ограничения и другие. Подводя итог урока, следует запомнить, что творительный падеж в основном обозначает значение орудия, которым что-нибудь делают. Существительные в творительном падеже употребляются с определенными предлогами – с, перед, под, над, за и другими. Имеют характерные окончания.